Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Делавива», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется складной велосипед от торговой марки VNC. Модель называется Longway. Это велосипед с алюминиевой рамой. Размер колеса велосипеда 24 дюйма. Покрышки велосипеда гладкие, которые хорошо отводят влагу. Тем самым на этом велосипеде хорошо кататься как по сухому асфальту, так и по мокрому после дождя. Тормозная система механическая, дисковая. Ротор спереди 160, также 160 ротор сзади. Обода здесь двойные, double wall. Камеры здесь идут под автомобильный ниппель. Вилка идет жесткая. Жесткая вилка делает легче велосипед. Ну и велосипед накатит от этого тоже легче. Тормозные ручки здесь идут металлические, надежные, хорошие, комфортные. Переключатель здесь стоит ревошифт, легко переключать, 7 скоростей, ревошифт на 7 скоростей. Сзади стоит трещотка на 7 скоростей. У нас шатун здесь стоит, у которого есть защита пластиковая. Эта пластиковая защита делает комфортным езду, если вы будете кататься в брюках, там, в юбке, ничего страшного. Все защищено, удобно кататься. Педали здесь складные, пластиковые, легко сложили, легко разложили, удобно, комфортно при езде. Задний переключатель Shimano стоит, ну и трещотка на 7 скоростей. Также тормозная система дисковая, механическая. Есть возможность у велосипеда установить багажник. Отверстие раз, два, и также с другой стороны. Тем самым можно сюда поставить багажник и кататься на велосипеде. Нагрузку на велосипед можно спокойненько оказывать до 100 кг. Это нормально. Подседельная труба довольно-таки высоко поднимается, ну, очень на высокого человека. Ну, всегда надо соблюдать высоту подсидела. Есть отметина, выше которой нельзя поднимать. То есть вот это максимально высокое поднятое седло. Ну, при моем росте 1,78 м, это довольно-таки на высокого человека. Также есть возможность поднимать и опускать руль. Можно изменять угол наклона руля. Это все в регулировке велосипеда присутствует. Ну а при складывании все банально и просто. Мы сначала опускаем максимально низко руль, потом мы открываем защелку, опускаем руль. И вот в этот момент, когда мы все распустили, мы спокойненько велосипед складываем, тем самым велосипед у нас легко потом можно хранить в любом месте. Если у вас какие-то возможные проблемы с хранением велосипеда, мало места, то вот такой велосипед является оптимальным вариантом для домашних условий хранения велосипеда. На этом велосипеде легко кататься, ну, допустим, в гараж, дом, гараж, еще куда-нибудь. То есть много не наездить, конечно, это не для путешествий по странам Европы. Но для элементарных прогулок небольших достаточно комфортно. Семейный велосипед VNC Longway достаточно будет удобным и комфортным, если вы будете на природе отдыхать. Дети катаются на велосипеде, вы жарите шашлыки. На этом велосипеде может кататься как ребенок, так и взрослый. Если вас заинтересовало видео нашего YouTube канала, подписывайтесь. Если вам понравился наш велосипед, приходите в гости. Как минимум кофе мы гостим. А заинтересует покупать, постоянным покупателям скидки. Мы всегда рады видеть каждого покупателя. До скорых встреч!